Аделина Дзиваева, 15 лет, город Москва. О себе. Я очень простой человек, у которого, как и у всех, есть свои загоны. У меня есть близкие люди, которые меня терпят. Я этому очень благодарна. Я человек любвеобильный. Очень люблю правду. И я целеустремленная. Девица Бегелоу любила страшно жвачку. Засунуть в рот жвачку она могла хоть тачку. В гостях в театре дома набьет жвачкой рот и ходит, как корова, жует, жует, жует. В человеческом организме 90% воды, как, наверное, в Паганини 90% любви. Даже если как исключение вас затаптывает толпа, в человеческом назначении 90% добра. 90% музыки, даже если она беда, так во мне, несмотря на мусор, 90% тебя.